Нет. Извините, можете меня тоже добавить? Что, есть у вас колхоз? Ну да. Да, да, у меня есть. Жансерик, вы не этот, да? Он у вас есть? Вы не вошли, у вас ссылка есть. Да. Дополнительно откройте, там у вас будет приглашение. Сейчас, минуту, где? Да, если вот эти сессионные залы откроете. О, блин, а сколько я времени сделал? А, 15 минут. Да, пойдет. Угу. Нашли, Жансерик? Там типа три точки дополнительные. Или вы с телефона? Я сейчас на работе, да, с телефона. Вот эти вот четыре точки тогда, где сессионный зал, если вы его откроете, он у вас покажет приглашение. Здравствуйте, Мадьяр. Здравствуйте. Как у вас дела? Алжан. Да, я сейчас вызвала. Немножко позже подключился, были проблемы. Ага, вообще без проблем. С интернет-соединением. Ага. Сейчас я вас перекину. Там у ребят спросите, да, задачку. Окей, хорошо, спасибо.
Окей, окей. Оль, да? Чё? Да, можно спросить, потому что у меня не получилось до конца реализовать этот. Я хотела уточнить, потому что это глупое решение и вообще неправильное. Сейчас, там я подумала, что, может быть, можно сделать quick sort, а потом, вот, когда у нас уже сортированный, условно, каты элемент, можно же потом будет по индексу самому больше найти, если они отсортированы. Или нам надо, чтобы это одна функция делала? Ну, по сути, сортануть массив и по индексу взять. Да, вот так вот. Ну, да. Нормально было бы, да? Да. А, ну все тогда. Вот QuickSort еще как бы даже не проходили, но здорово. И, по-моему, QuickSort тоже за nlog n работает. А, да, ой. Ну там же рекурсивный, он такой пополам, пополам. Да, он рекурсивный. Правую часть, левую часть, правую часть, левую часть. Окей. Ладно, что, давайте пришим. Так. Что, лайф-кодим или решение посмотрим? Давайте лайф-кодить. Давайте лайф. Лайф-кодим. Не жалеете вы меня. Окей, да. Все для себя, да? Да. В итоге, кто мне скажет? Василий. Василий, нельзя себя жалеть. Точно. Мне можно. Вам нет. Это, скажите, какой длины будет массив? Для массивщика. Вот, ну что, во-первых, я буду решать через bucket sort, или как его, counting sort. Да, это что значит? Что мы будем подсчитывать, сколько раз какой элемент там встречался. В итоге массив counting какой длины будет? Nums length. Нет. 100 тысяч? А, сейчас. Нам плюс один будет? Она будет длины... 20. Она будет на единицу больше, чем максимальное число, максимальный элемент. Угу, так. А максимальный элемент это чего? 10 тысяч один. Да. 20 тысяч будет. Так, давайте определимся. 10 четвертый это сколько? Что такое 10 тысяч? 10 тысяч. Так, и вы говорите, в итоге, какой длины мне массив надо создать? От минус 10 тысяч до 10 тысяч. 10 тысяч минус 1. Еще раз? 10 тысяч 1. 10 тысяч минус 1. Так, ладно. Нет, у нас теперь... идет от минус 10 тысяч до 10 тысяч. И значит, кто ну, как больше? Бы, если считать от нуля, то 20 тысяч будет. 20 тысяч. 20 тысяч, верно, верно. Согласен. Вот с этим я согласен. То есть, грубо говоря, смотрите, есть... Почему 20 тысяч? Что такое 10 четвертый? Это 1 и 4 нуля, да? Да, теперь минус. Да, 10 четвертый. И вот сколько-то тык-тык-тык до 1, 2, 3, 4. В итоге сколько всего чисел? 20 тысяч, правильно? Вот здесь где-то посредине нолик. Да, вот здесь где-то будет ноль. А, да-да-да, понятно. Так, теперь почему 20 тысяч, ну вот поняли. Теперь получается у нас, если вот у нас присутствует минус 10 тысяч, в какой элемент она должна лечь? Нулевой. Нулевой. То есть надо что-то придумать с тем, чтобы как ее запихать в нулевой. На самом деле, кто на лекции был, примерно вот эту фишку Азрет рассказывал. Да? Просто добавить, получается. Да, можно добавить, а потом отнять и таким образом все это разрулить. Да? В итоге теперь что получается? Интовый массив. Давайте напишем, что это будет counters. Равно new int. И здесь, вот так.
Ну и да, давайте. Ну, пусть вот так. На всякий случай. Нет. Да, да, пойдет. Уже не будет. Так, теперь, что нам еще нужно? Давайте это назовем. Интересно, как нам. Давайте final. Пишем. Int. Offset. Ну да, какой-то вот offset там. И скажем, что он равен сколько? 10 000. Верно. А почему 10 000? Потому что максимальный элемент. Половина. Потому что минимальный элемент это минус 10 000. Если я от минус 10 к минус 10 000 прибавлю 10 000, то попаду ровно в ноль. А, да. Да, все верно. Вот. Сори, а что такое офсет? Давайте, чтобы не врать, где у меня тут. Это типа поправка, вот что-то такое. Офсет. Компенсация. Смещение. То есть мы вот минус 10 000, чтобы в ноль попасть, мы вот этот вот прибавляем, вот это постоянное число. Теперь, скажем, будет 9999 плюс 10 000, получится 1. То есть следующее число ляжет в первый элемент. И вот с помощью вот этого офсета мы будем двигаться куда надо. Просто чтобы в минус не попасть, да? И все. Да, иначе, смотрите, у нас же индексация от нуля начинается, минусовой части нет. Ага, все окей. Не существует. Поэтому нам нужно что-то искусственное сделать, чтобы попасть куда надо. Угу, классно, спасибо. Теперь что мы делаем? Итерируем. Да, теперь бежим по нашему массиву. К какому? Намсу? Да, да. Даже, наверное, давайте его тоже куда-то вынесем, потому что, по-моему, его придется несколько раз пользоваться. Так, теперь что мы будем делать? Это counting sort, да, получается, как будет? Угу. То есть, получается, мы каждый элемент этого counters увеличиваем, если вдруг он встречается, да, на один. А, каждый раз, когда проходится, он должен добавляться плюс-плюс, да? Counter side плюс-плюс. В итоге мы будем работать с массивом каунтеров сейчас, да? Counter it. It. Counter it. А почему it? Не знаю. С индексом нам с i плюс и t плюс offset. Так. Вот про нам с чего вы сказали? Counters под индексом нам с под индексом i. Плюс плюс. Что-то здесь еще не хватает, ребят. Плюс offset. Да. Плюс 10 000. Ну, давайте, вы же вот сделали грамотно, да? Вот то, что вы любите делать, это называется magic numbers. И помните, если вот эти принстонские там инструкции, там даже они грозили балл снимать за вот эти magic numbers. То есть мы вот здесь вот на четвертой строчке 10 000 прописали. Теперь во всей программе пойдет вот эта вот константа offset, да? А если мы его вот, допустим, везде пишем 10 000, потом у нас условия меняются и надо делать там
не до 10 тысяч, а до 15 тысяч. Вы придется ползать по всей программе, искать, где там это 10 тысяч в каждом месте менять. А так я просто вот здесь вот поставлю пятерку, у меня вся программа на это отреагирует. Это как бы к задаче именно сейчас не имеет отношения, но это как правило такого хорошего тона. Так, похоже, что так, да? То есть смотрите, что мы делаем. Мы берем цифру из массива, добавляем к ней офсет и элемент с индексом вот этим вот делаем плюс-плюс. Да? Окей. Это мы сейчас как бы взяли и заполнили массив counters. Так, следом что мы делаем? Проходимся по counters. Там. И там получается каждый индекс, так скажем, это будет сколько раз число встречается, да? То есть индекс. Угу, угу. There's thanks. Так. А мы же можем просто тут распечатать, да, и все? Нет, нам же надо вернуть. А, ой. Вот эти нам надо ретернуть что-то. Это, грубо говоря, вот здесь вот где-то надо написать return какой-нибудь там. Counters length минус k. K минус один. Ну, смотрите, вот это у нас получается, а даже не k, а length минус k, вроде. N минус k. Давайте вот здесь вот смотрите, у нас вот это, сколько length? Length у нас 6, да? Верно, 6 же? Да. K 2. 6 минус 2 будет 4. Раз, два, три, четыре. Не попали, да? Значит, надо не минус 2, а минус 1 сделать. Значит, минус n минус k минус 1. Минус k и минус 1. Да? Да. Я пробовал просто k минус 1, у меня не вышло. Ну, потому что вам нужно было его как бы обратную сортировку сделать. Да, да, да. Так, ладно. Что теперь? Чего мы здесь делаем? Давайте что, нумс и т. Да. Как вообще будем делать, скажите? Есть идея? Идея есть, только реализация как-то в голову не идет. Ну, через, давайте через if, нет? Сравнивать с предыдущим значением ams i. Если оно меньше, то делать, ну, переставлять их. Принципом как-то так было, нет? Нет. Это немножко из другой. Ладно, давайте. Короче, я предлагаю создать какую-то переменную, которая будет... У нас же получается, смотрите, индексация в этом в массиве каунтера, она одна. Она, скажем, от минус до, там, от 0 до 20 тысяч, грубо говоря, да? А индексация внутри нумс, он у нас другого размера. Там до чего? До 100 тысяч, да? И у нас, ну, не факт, что получится. Ну, прям попасть. Поэтому для того, чтобы положить в массив вот этот нумс, нам нужны свои индексы, а бежать по каунтеру нужно своими индексами. Да?
Поэтому нам еще нужна какая-то, скажем, J, которая сейчас равна нулю. Есть? Теперь что я делаю? Я беру и говорю, пока у меня... Так. Извините. Counter. Да. А можно еще раз, для чего мы сделали вот этот J? Для того, чтобы записать в этот, ну, в результирующий массив. А, ага, точно. Counters, получается, тут I минус offset, да, скорее всего. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, пока у нас counters IT больше нуля, да? А. То есть пока у нас там что-то есть, мы чего делаем? Counters I уменьшаем на единичку минус-минус. Угу. Да. Только ну, я бы это сделал в конце. Давайте. Ну, классно, что сказали. Так, минус-минус. Это есть. Так, это есть. Что еще делаем? С K надо поработать еще. Нам с I. Теперь наш I. Да? Или как вы сказали, теперь нums. Теперь с каким индексом nums? I получается. Минус... Я бы сказал, что j. Угу. Чему равно будет? Будет равно i минус. Или как оно наше? Вот это. Ага. И вот здесь вот G. Так. Здорово? Да, да. То есть мы... Что такое I в каунтере? Да, это цифра, которую мы хотим записать. Мы сначала к ней прибавляли плюс 50 тысяч, да, делали ее искусственным. А теперь, чтобы вернуть ее в натуральное, вот в то первозданное положение, да, мы должны от нее, соответственно, столько же отнять. Так, и давайте сейчас попробуем. А давайте. Почему мы сразу не можем записать? Чего? Сори за вопрос. Ну, допустим, мы сперва прибавляем, потом отнимаем. А у нас же, смотрите, мы в counters не можем, не сможем посчитать. У нас не бывает индексов отрицательных. У нас как работает? То есть мы в массиве вот здесь вот встретили двойку. Значит, во второй элемент массива counters мы плюс 1 сделали. А если мы встретили минус 10 тысяч или минус 1, куда мы плюс 1 сделаем? Поэтому, чтобы от минусов избавиться, мы вот компенсировали его вот этой вот десяткой. То есть мы взяли вот nums и t, добавили к нему 10 тысяч. Если это, смотрите, минус 9099 вот здесь, то плюс 10 тысяч нам даст 1. И мы в первый элемент counter сделаем плюс-плюс. Угу. Ну давайте, чтобы провериться, распечатаем промежуточное. Что у нас тут будет?
Нумс GT, да? Нумс GT. Так, сейчас нас еще поругается, что-нибудь где-нибудь я забыл, какие-нибудь эти. Так, что у нас? Система println. Ну вот, смотрите, сортит вроде бы. Да, сортировка правильно работает. Вот она. Тест кейс 2. Ну все, вроде вот это все срастается. Так, теперь что? Что нам ругается? Почему он тогда? Мы выдаем 3. Вот тут, кажется, выдаем 3 вместо 4. Или наоборот. Кирилл, можешь на return плюс 1 написать? Не, может просто минус 1 убрать. Просто n минус k. Ой, k. Так, смотрите, мы выдаем 1, 2, 3. Ну. А нам нужно 4. А ну вот здесь что? То же самое. У нас на 1 меньше. Да? Да. Должно выходить 5, у нас 4 выходит. Давайте попробуем. Ну, как-то. Сейчас. Да. Минус 1 был лишним, кажется. Наверное. Он же от нуля начинается, наверное, поэтому. Ну да, окей. Ну вот все решение. Угу. Извините, а все еще не до конца понятно, как вы именно это сделали, как в плане, как именно отсортировалось. То есть... Да, вот этот вот цикл непонятен. Какой момент, да, сортировка произошла, непонятно. Давайте. Так, как мне вернуться на эту задачку обратно? Извините, Василий. Да? Этот, могу чуть свой код показать, чуть по-другому решен. Там скорость чуть лучше. А, вы свой код? Вы там должны description назвать. Слева. Description там слева, под слева, лид-кодом. Слева. Под лид-кодом вот это, значок лид-кода. А, вот здесь? Да. Ага. То. Так, теперь кто-то хотел свой код показать, да? Да. В чат скинули. А, в чат скинули. Да. Не-не, а, зума. Чат зума. Так, где мы его здесь найдем, не найдем? Или давайте вот так. Things. Чат зума. Encounter menu. Так. Ну... А что, давайте тогда откройте да и это. Окей. Угу. А вам видно, да? Да, видно. Так, у нас что мы делаем? Тут я сперва, то есть, как, соответственно, индексировал. И я там через counter решал, то есть. Угу. Это как, то есть... сперва я вот прохожу по массиву, да, это, по индексам. Ну, то есть у меня вот индекс, это типа сколько раз это число встречалось. Mm-hmm. И там я тут такое условие делаю, чтобы ну, просто проверить, там это число есть в массиве или нет. Если там это нолик, то я эту часть, можно сказать, пропускаю. А если там какое-то число есть, Я это к каунтеру прибавляю. То есть сколько раз оно встречалось, чтобы найти какое-то катое наибольшее число. Так, массив. Вот nums индекс плюс 10 тысяч это, ну вот. Да, то есть. Это же получается bucket sort и похоже идеально. Да, то есть вы прибавляли, ну да, ага. Да, и тут, если это больше или равно k, ну, там да. Просто некоторые случаи встречаются, там, то есть 99, а k равно 1. Там, угу. Типа, это два раза встречается, значит, это нужно больше сделать, чтобы было принято условием.
Если так, так объяснить. Если так, то вы делаете count плюс равно индекс ита и так return. А, ой. То есть, ну, вот в таком случае, когда у нас 99 и 99, и там k равно 1, то тут типа за 99 там в индексе у нас два раза читается же, то есть у нас в 99 индексе будет, то есть 99 будет два раза встречаться, чтобы mm-hmm. автоматически, и чтобы это типа считалось, чтобы это принималось в условии, мы там пишем больше или равно k. Так, и... подождите, count плюс равно индекс. Это, count это что? Так, теперь если count... То есть, count у меня это типа k-то наибольшее число. То есть я хочу найти k-то наибольшее число. Так, таким образом. Это вот здесь вот немножко как-то подзапутался. Вы пишите по индексам. Ага, и если у вас не равно нулю, то вы делаете... Count плюс-минус индекс. Индекс это. Да, то есть, типа, первое наибольшее число и второе наибольшее число. То есть, там несколько раз эти числа несколько раз встречаются же. Так, подождите, count это просто так плюс-плюс индекс это. Вы где-то здесь, ну, вы максимум не засекаете, вы вот как будто накапливаете, да? Да, накапливаю. Так, вы накапливаете. Если count больше k, равно i, returните i. А, это в форике, да? Mm-hmm. Да. Вот, что-то, видать, конец рабочего дня, что-то я не сильно догоняю вот здесь. Да. Просто если вот сюда равно поставлю, то есть типа, что-то у меня этот... Тест кейс не выходит третий. Потому что он там 90, 99 два раза встречается же. А мой аккаунт, типа, это считает. Это типа засчитало, типа, у меня аккаунт это там равно же двум. А типа 2 не равно k. Аккаунт, подождите, аккаунт это у вас. Ну, оно, подождите, оно накапливается. Вы, вот я вот здесь вот немножко запутался. Смотрите, аккаунт вы объявили перед всем этим. С фориком. Вы бежите по массиву вот этого счетчика, да, индекс этого mm-hmm. то, где вы подсчитываете. Вы встретили так, какой-то индекс, взяли it элемент, внутри его не ноль, и вы записали в count, сколько там раз встретилось это число. Yeah. Если этот count равен k, но тут то больше если... верно. Если количество того, я правильно понял, если вот общее количество, которое раз встречалось. Да. Ну, получается, смотрите, вот мы бежим, у нас вот, ну вот, тут не знаю, мне кажется, здесь немножко подмена такая, как это. Смотрите, у вас... Представьте, что встретилось, допустим, у вас 10 тысяч цифр, ага. и вот пятерка среди этих 10 тысяч цифр встретилась 10 раз. То есть вы зашли сюда, у вас не равно, не равно. Теперь count, вы посчитали count при плюс равно индекс. Да, типа count. 5, и, сюда, и сюда влетело в каунт вот это вот там, сколько я сказал, 5 пятерок или 10 пятерок, да? И получается, 5. Вот тут же сказали, что, ну, вот это вот. Так, теперь если каунт... Нет, я чуть по-другому, то есть это, у меня каунт это как считается, то есть если в этом примере брать, вот во втором, то есть, да. типа, вот прохожу через этот цикл, вот у меня вот встречается шестерка, то есть каунт... плюс, типа, плюс равно, типа, каунт один. Равно одному, да? То есть, да. это, типа, шестерка, это, типа, первое наибольшее число. То есть, почему? У меня... Почему наибольшее? Это же максимально, то есть... А вы индекс length... А, вы с конца идете. Да-да, с конца иду.
Потом, типа, у меня вот сейчас пятерка, это второе наивысшее число, да? После этого другая пятерка, и она считает, типа, как третье наивысшее число. Теперь понятнее стало. Вот я что-то вот здесь не увидел, что это стоит. Да. Да, вот. А вот четверка – это четвертое наивысшее число, то есть. И вот. То есть, сами. Ну, прикольно. Короче, байки по скорости. Чуть-чуть наоборот. Вы, получается... По скорости первый. Вообще круто. Да, то есть, что-то такое. Ну, в итоге заакцептились, зашло, да? Да. А вы рассказываете, что у вас что-то там не зашло, какой-то кейс? Ну, да, это когда это, да, это когда я ранил, то есть я этот не учитывал, что вот какое-то максимальное число несколько раз, сейчас если тут я сделаю равно, то есть это как будет, то есть типа 92, то есть у меня в каунте уже два же, каунт равен двум. А тут мне нужно типа найти первое наивысшее число, но а там она не может найти, потому что каунт это равно 2. Получается, вы идете и нули пропускаете, и где вы встретили? Да, даже единицу пропускаю, то есть, ну, потому что каунт не равен. Так, и да, это получается каунт плюс равно индекс. Тут и индекс это IT. А, и это число, вот подождите, вот здесь вот это количество, сколько раз встретилось. Да-да. То есть мы там, может, сразу можем сказать, что если 90, максимальное число несколько раз встретилось, то это уже, скажем, если 3, скажем, максимальное число 3 раза встретилось, то это можем сказать, что типа у нас уже есть 3 наивысших числа. А, вот здесь вот немножко... Ну да, вы его вернете. А если у вас один, да, вы прибавили по одному, то вы так пойдете, да? Ну да. Ну круто. Круто. И вы, получается, не раскладываете, а вы как бы вы пробежались, но не заполняли весь массив вот обратно, как я делал. Да. Сколько... Получается, это убрали. Вот эту часть, так, где? Где я возвращал вот этот массив обратно? Вот эту часть вы убрали? Вы просто по массиву counter с конца идете и проверяете, да? Ну, круто, классно, более оптимально, да? Браво. Классно. Спасибо. Да. А можно теперь ваш топ? Да. Может, тогда лучше тут более оптимальный. Окей, ну если мой код, то смотрите. Вам что непонятно? 13-я строка, да, или что? Ну, да. Сам вот этот вот. Да. Не совсем понятно, как он именно сортит, как будто. По коду. Мы не догоняем просто. Ну, смотрите, вот это понятно, да? Да. Да, теперь вот мы идем по нему. От нуля. То есть в нуле, допустим, записано в нулевом мы вот там минус 5000 и встретилось у нас, вот смотрите, вот в нулевом элементе мы бежим по counters, да, и спрашиваем, в counters это больше нуля? Да, больше. Теперь что мы говорим? Мы в nums с индексом J. J сколько сейчас в данный момент? Ну, ноль. Это значит тройка, да, например? Это ноль. Да, мы вот здесь вот берем, теперь записываем. В I это у нас сколько? Ноль. Ну, допустим, минус 10 тысяч. Пусть там минус 10 тысяч у нас сколько-то раз встретилось. Да, получается, что ноль минус 10 тысяч будет сколько? Минус 10, правильно? Минус 10 тысяч. Минус 10 тысяч. Вот. Мы, то есть, в JIT-ы, в нулевой элемент записали минус 10 тысяч. Теперь что делаем? Мы же один раз записали. Мы от счетчика отняли один. И в индекс, который следующий будет записан, добавили единичку.
Есть? Нет? А, кажется, да. Ну, пусть вот там как-то встречалось, то вот, скажем, минус 10 тысяч. Или вот там сейчас. Так. Да что-то я не выберу никаких. Пластик этот. Пусть вот в нуле. В нулевом элементе. В нулевом элементе у нас лежит 5. Да? Это вот массив counters. Мы же знаем, что у нас от минус 10 тысяч до плюс 10. Вот, то есть, значит, в нулевой мы собирали какие цифры, которые встречаются? Минус 10 тысяч, правильно? Вот минус 10 тысяч у нас, допустим, 5 раз встретилось. Ребят, прием. Вы меня слышите? Кажется... Да, понятно. Вот, получается, вот минус 10 тысяч, там сколько-то 5 раз встретилось. Вот здесь вот, скажем, какое-то число, сколько-то 6 раз встретилось. А вот в результирующий, вот в этот вот массив, мы же должны записать там минус 10 тысяч, потом минус 10 тысяч, минус 10 тысяч и так далее. 5 раз, правильно? То есть вот здесь вот, вот был j равно 0, здесь j равно 1, здесь j равно 2. То есть мы должны вот 5 раз встретить и 5 по 5 разным ячейкам разложить, правильно? Ну, смотрите, J изначально равно нулю. Окей? Мы спрашиваем, в нашем counters больше нуля? Да, у нас здесь 5. Что мы делаем? Вот в этот nums, вот в этот вот JT нулевое, мы записываем I, это вот наш, вот здесь вот у нас пока I стоит. Мы вот по counters бежим, вот только первую ячейку отрабатываем. I у нас 0. Отнимаем 10 тысяч, ну вот для того, чтобы вот это вот скомпенсировать. Да? Получаем реальную цифру минус 10 тысяч. Мы ее записываем вот сюда. Вот мы ее записали. Теперь у нас же было 5 раз встречалось, да? Мы счетчик. Теперь у нас... Осталось 4, 10 тысяч. Теперь что сделаем? Counters мы сделали, то есть отняли. Было 5, осталось 4, потому что одну мы уже сюда перенесли. Да, и теперь вот этот вот указатель на следующий индекс мы перенесли. То есть J сделали плюс-плюс. J стал равен чему? Одному. Теперь сюда. Теперь мы записываем, вот говорим, counters и T. У нас был 5, стал 4, это все еще больше нуля. Опять i равно нулю. Мы вот сюда еще, форик вот сюда мы не вышли, мы пока крутимся вот здесь, в while. То есть мы 0 минус 10 тысяч сделали, да. Записали его куда? J теперь равно 1, записали сюда, передвинули указатель вот сюда. Передвинули. Окей. И, короче говоря, так делаем, пока у нас counters i не станет равен нулю. То есть мы вот 5 раз прошли, counters и t стал равен нулю. Теперь переходим, i стал равно 1. Тут раз, ничего нету. Counters и t больше нуля? Нет, это равно 1. Идем дальше. Здесь опять ничего нету. Идем дальше. Сюда пришли 6. Здесь уже у нас индекс 1, 2, 3, 4. Теперь i уже равно вот здесь вот не 0 был, а 4. Получается nums уже какое у нас вот здесь вот? Это уже 6, да, будет? Мы 5 штук записали. Теперь j у нас равно уже 6. Теперь нам 6 равно
Что там? 0, 1, 2, 3, минус 10 тысяч. 9997. Вот здесь получилось. Тыкс. Записали. А, уменьшили. Теперь здесь не 6, а 5 стало. И увеличили счетчик. То есть теперь мы вот сюда куда-то пишем. Сюда. И таким образом мы вот так заполняем вот этот вот массив. Понятно или еще непонятно? Я пока думаю. Понятно стало. Знаете, этот, как мне кажется, я поняла. Нам же был непонятен момент, где как именно отсортировалось, но условно counters же у нас считает, но считает-то он цифры по порядку, просто какое количество эти цифры по порядку встретились. И тогда вот понятно, что если мы с counters'ом работаем, то тогда вот у нас уже отсортировано как будто. Потом мы просто уменьшаем. Вот здесь мы. Мы же вот по массиву counters'ов идем от нуля и до победы. И получается, сколько раз у нас насчитало, скажем, ну, давайте забудем про минус 10 тысяч. Давайте просто массив, вот как вот, ну, вот этот вот. Да, у нас здесь что стоит? Давайте вот встретили, вот у нас максимальное число 6. Вот это массив counters, да? Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вот это шестая будет. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Даже вот так пойдет, да? Так, у нас здесь от 1. Получается, нам даже... Ой, блин, ну ладно. Один, два, три, четыре, пять. Вот так. Верно? Верно. Идем. Пусть еще один будет. Так, идем. Три. Да, вот здесь массивы размечаем. Не массивы, индекса. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть. Есть? Встретили три. Да? Так, где у нас третий индекс? Здесь. Чикс. Записали. Один, первый раз встретился. Так, встретили два. Записали. Встретился. Встретили три. Так, идем в три. У нас здесь написан один. Мы что делаем? Вот здесь вот. Стираем один, пишем два. Да. Стираем один. Пишем два. Так, это мы вот эту три пометили. Так, встретили один. Записали. То есть был ноль, стал один. Есть. Теперь встретили двойку. Идем в двойку. Был один, стало. Помогаем. Два теперь. Два. Так, двойку встретили. Теперь идем. Встретили четыре. Был здесь ноль, стал. Один. Подсчитали, да? Так, идем, встретили пятерку. Пятерок не было, был ноль, стал? Один. Один. Идем, встретили еще пятерку. Был ноль, стал? Два. Ой, был один, стал два. Стало? Стало два. Так, идем, встретили шестерку. Был 0, стал 1. Это что у нас? Это вот этот вот массив counters. Теперь мы, смотрите, мы бежим. Мы говорим j равно 0. Верно? Так. Бежим по массиву counters. I равно 0. Да? For in I равно 0. Первый вот здесь. Заходим в while counters it. Вот это counters, вот это it. Больше нуля? Вот здесь сейчас у нас ноль. Нет. Выполняется нет. Это условие? Нет. Значит, мы сюда внутрь while не зашли. Идем по форику дальше, да?
То есть внутрь while они зашли, ничего не сделали. J как был 0, так и остался. Теперь I плюс-плюс сработало. Теперь I равно 1. Встаем вот сюда. Проверяем. Counter с 1 больше 0? Угу. Больше 0. Заходим внутрь. Говорим нам's JT. J у нас чему равно? 1. J равно 0. Вот же мы. Вот мы его с ним еще там, ничего не делали. Первый угу. раз. J равно 0. Значит, вот это массив нам's. Так, значит, нулевой элемент, что мы записываем? Ну, вот здесь вот мы вот это вот не считаем. Считайте, офсета у нас нет. А у нас чему равно? Одному. Одному. Вот здесь вот считайте, мы вот в нашем примере, забудьте про офсет. Один. Значит, мы что сюда записываем? В нам с GT. В нам с нулевой. Один. Единичку. Один. Единичку. Все верно. Теперь counters it минус минус. Counters it у нас было 0. Ой, был 1. А минус минус сделали. Чему равен? Нулю, да? Нулю. Верно. Так, теперь здесь минус минус сделали. Теперь мы говорим... А, вот здесь J. Так, записали 1. Теперь J сделали плюс-плюс. Да? J это вот здесь. Вот было у нас 0. Сделали плюс-плюс. Стал чему равен? Одному. 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 Есть. Вот здесь вот J стал одному. То есть мы вот здесь вот записали единичку. Вот здесь обнулили вот этот вот IT элемент и говорим J++. J вот здесь вот сделался один. Так, идем дальше. То есть мы вот здесь вот, вот эту завершили. Теперь while дальше проверяет. Counters IT. I у нас еще ж пока один, да? Вот мы же вот с этим работали. Counters IT больше нуля. Нет, он уже равен нулю, да? Вот же counters первый у нас же ноль. Угу. Он дальше, да, идет. Все, мы идем. Получается, здесь работать закончили. Попадаем, когда i равно 2. Вот здесь i равно 2 стало. Теперь counters 2 больше нуля? Сколько да. в counters? Да. Двойка, да? Есть. Теперь идем... Counter JT, J равно 1, то есть вот нам с JT у нас равно I. Что мы сюда записываем? У нас I раз не равен 2. I, ну вот I-то у нас 2, вот оно, правильно? А там нулевого индекса не будет, да, нампс? А мы же вот в нулевой записали. Мы в J было... Нулевой индекс это 1. А, J 1, а, все, понял. Это J. I 2, понял. То есть мы записываем, вот чему у нас равен I, в J ты индекс. То есть все, I вот это вот двойка, в J ты индекс. J у нас вот 1. То есть мы вот сюда записали, двойку записали в первый элемент массива нам-с. Записали. Теперь counters минус минус. Это что получается? Вот это counters и вот этот элемент минус нули. Что здесь осталось? Один. Один. Есть. J сделали плюс плюс. Так, что было? Был один, стал? Два. Стал два. Так. Тык, вернулись сюда. Так, I у нас все еще равно 2. Теперь проверяем. Counters IT больше 0? Да. Единица же здесь записана. Так, идем. Nums J. J теперь равно
двум. Это вот эта ячейка. Записываем i. i чему равен? Двум. Да, все два. Еще. И еще одну двойку сюда записали, верно? Counters минус минус. Здесь что получается? Ноль. Нолик получается. Так, вот этот нолик мы сделали. J плюс плюс. J чему теперь стал равен? Трем. И так далее. Угу. Вроде вот теперь понятно. Да, теперь, ну вот по той же логике мы пройдемся и вот как бы теперь то же самое с тройкой, да, вот здесь будет дальше, пойдет две тройки, потом под четвертым индексом одна четверка, под пятым индексом две пятерки, да, ой, блин, что я здесь написал, здесь вот четверка, потом две пятерки и одна шестерка. Видите, вот здесь вот написано количество и сколько раз встретилось вот этот индекс. И вот за счет того, что вот этот J мы вот здесь вот увеличим, мы вот сначала 0, потом как бы встретилось число, да, встретилось, ну, прибавили. Теперь следующее. Ну, чтобы попали в новую свободную ячейку. Получается, мы в counters раскладываем, сколько раз нам попадается определенное число, да? Да, да. Да. Counters делаем за счет. Да. Да. А почему мы counters уменьшаем? А чтобы, ну, понять, сколько раз записать это число. А, ну, это, типа, вложим, ну, двойной массив, значит. Ну, можно форик написать, форик от вот этого counters до нуля. Отчетом, да? Обратного, да. И будете в форике, вот, ну, только J увеличивать. Это сколько раз надо вот его прокрутить. Окей. А можете подсказать, почему мы не до конца понял вот этот офсет? Почему мы прибавляем? Потому что он от минус 10 тысяч. Ну, смотрите, у нас логика какая в каунтере. Мы записываем, вот сколько раз встретилась пятерка, сколько раз встретилась шестерка, да? Uh-huh. То есть шестерка – это шестой индекс, да? Uh-huh. Десятка – это десятый индекс. Uh-huh. А если у нас есть число минус 5, как посчитать, сколько раз встретилось минус 5? Я что беру? Я беру и ко всем цифрам прибавляю 5. Только у меня получается массив не от 0 до 6, допустим, получается, а от 0 до 11, да, или там до 12. И вот в 0 я записываю как будто вот то, что минус 5. В 1 я запишу минус 4. В 2 я запишу минус 3. Ну и так далее. И в 11 я запишу, скажем, вот 6. То есть вот от 0 до 11 я вот как бы сделаю вот такой вот маппинг, да, как соответствие. То есть минус 0 будет соответствовать минус 5. В первой ячейке у меня будет минус 4. Во второй ячейке будет минус тройки. И в 11 ячейке я буду фиксировать шестерки. А теперь, чтобы как бы в итоге обратно их сюда возвращать, натуральные числа, то есть я так, теперь вот в этот массив нам, вот сюда что я запишу? То есть пока он каунтер 0, я же сюда вот не запишу, допустим, 5 нулей. Так, 0, а в 0 я сохранял 5, значит, да? Значит, от нуля отниму 5. И здесь будет x минус 5. Потом вот здесь вот, допустим, еще вот у меня здесь не, ну, не это, в нулевой секции, допустим, 3 штуки. Так, у меня еще минус 5 есть, да? Еще минус 5. Еще минус 5. Потом вот здесь, допустим, ничего нету, пропустил. Потом вот здесь вот 0.
Ага, 0. Это у меня все же со сдвигом пошло. Я минус 5 в 0 поставил. Значит, вот здесь вот в... Вот этот вот минус 5 у меня в нулевом, значит, 0 будет в каком-то там. Ну, в пятом. Ага, встретился, вот дошел до пятого, записал 0. Ну и так далее. Окей? Окей, а почему мы в нампс тогда отнимаем offset? Ну вот, вот я сейчас это объясняю. Вот нумс, смотрите, вот этот нумс – это исходный, а здесь я как бы его в него же записываю. Я не создаю новый массив. Я могу вот здесь вот, допустим, написать какой-то резерв массив. Ну, чтобы, может быть, вам так понятнее будет, да? Какой-то резервный массив, ну, который такой же по длине, как нумс. Я буду говорю резерв с индексом j – равно, ну вот то же самое, что вот здесь. И потом вот здесь не нумс, а резерв. Окей, понял. Спасибо. А можно? Это странный вопрос. Мне просто интересно стало. Мы условно могли добавить бы while if, и если нумс от j равно какому-то таргету, его вернуть. А если нет, то... While это принципе. Уже if. While это уже if. То есть мы пока... Уже не про эту задачу. Мне стало просто интересно, а можно ли вот так внутри этой задачи найти какой-то элемент? Ну, в смысле найти элемент? Ну, сейчас не понял, какой именно хотите элемент? Нет, ну просто не сколько даже элемент, сколько какое-то число условно. Можно ли было бы здесь внутри найти, если внутри while написать if nums at j... равно таргет и вернуть таргет. Так можно было? Ну, наверное, если у вас, допустим, в каунте что-то есть, вы вот ищете, да. Есть там четверка, вы идете, каунт четверки больше нуля, да, ну, есть такое число. Угу. Нашли. Все хорошо. Спасибо, просто было интересно. А если там ноль, ну, значит, его просто нет. У вас каунтер и массив – это как регистратор. Там вообще что-то было или не было? Кто-то там отметился или не отметился? Да, но вот решение, которое вот продемонстрировали, я извиняюсь, не запомнил по имени, кто будет. Вообще круто. Прям идеально. Вот этот вот while этого нет. И все. И то есть с конца идете, если да, какое-то количество раз уже кто-то подметился, значит, это число уже там есть. Шикарно. Прям здорово. Интересное решение. Так. Чем? Сколько у нас? Ох, нифига, уже 8:30. Так, следующую задачку решаем? Конечно. А можем, плиз, сразу с вами решить? Следующую? Ну, только так и успеем, наверное. Да, тут как бы есть задачка попроще, есть по чуть-чуть сложнее. Можете сами попробовать сейчас попроще решить, там немножко времени. Кстати, тогда вот, то, давайте... что попроще, мы дома решим. Да? Ну ладно. Окей. Давайте. Вот. Уломали, Василий. Давайте. Так, merge intervals. Так. Смотрите. Есть у нас 2D массив, ну как, то есть массив, состоящий из массивов. Угу. И нам нужно смержить интервалы. То есть, смотрите, 1, 3 – это один интервал, 2, 6. Они могут объединиться в 1, 6. Каким образом мы видим, что интервалы могут объединиться?
если они как бы пересекаются, да? То есть смотрите, 1, ну, 2, 3, 4, 5, 6, да? То есть вот один интервал, давайте отметим его зеленым. Это вот от 1 до 3. Вот он, этот интервал. А второй интервал? Два, шесть, да? То есть пересечение? Вот они объединяются. И объединяются они в какой-то вот, вот такой интервал, да? Угу. Дальше идет, вот смотрите. Дальше там у нас 8, 10, 15, 18. То есть вот интервал и вот интервал. Их уже объединить нельзя, потому что ну, нет вообще пересечения никакого. Вот теперь смотрим следующий кейс. 1, 4, 4, 5. Они получаются, вот смотрите, 1, 4, 4, 5, да? Четверка, вот так, да? Четверка, она как бы принадлежит и одному интервалу, и в то же время принадлежит другому интервалу. Общий интервал 1, 5, правильно? Да, понятно. Понятно? Здорово. Так, очистить все рисунки. Теперь смотрите. У нас дан массив интервалов, где интервал ита – это старт и конец, то есть начало, конец. Смержите все пересекающиеся интервалы, да, и верните массив из не пересекающихся интервалов, ну то есть смерженные и которые больше уже нельзя объединить, которые that cover all the intervals in the input. Ну вот. Так, что делаем? Мы должны сравнить конец одного интервала с началом следующего интервала. Так, теперь constraints. Интервал, длина интервалов от 1 до 10 тысяч. Да, начало, конец от 0 до 10 тысяч. Длина стопудово 2. Ну и еще нам не гарантируют, что они прям отсортированы. Я не вижу, чтобы они сказали, что у нас сортированный массив. Так, давайте определимся, как получается определить, можно объединить интервал или нельзя? Если что? Если второе число меньше первого числа, ой, больше первого числа другого массива. Ага, то есть вот у нас есть меньше начало, раз. Конец, да, и, допустим, есть какой-то S1, начало, конец и E1, да? То есть, если у нас вот эта вот штука стоит вот здесь, то есть, если S1 меньше, чем E, или меньше, или равно, тогда это пересекающееся, правильно? То есть, если равно, мы видели вот этот кейс, он тоже работает. Да? Больше, больше или равно? Да, больше или равно. Так. Что, самостоятельно решаем или вместе решаем? Может, вместе? Давайте вместе. Давайте вместе. Я ее вчера уже решал. Василий, вы говорите то, что этот массив, он не отсортирован, да, получается? Ну, как бы здесь ничего не говорится про то, что он там отсортирован.
Можно попытаться, конечно, решить без сортировки. Можно попытаться. Мне кажется, можно через дафорика решить, да? Как типа матрицы. А зачем дафорика? Ну, мы, получается, дафорика запускаем, один будет внешний, один будет внутренний, и потом... Смотрите, такой подводный камень, смотрите. Вот эта штука говорит, что 10 четвертый. Дафорика — это значит n квадрат, верно? Значит, здесь уже влетаем на 10 восьмой. Это уже вот такое граничное значение, где мы можем не пролезть по времени. Смотрите, мы идем. То есть вот это у нас база, да, ну вот стартовая. То есть мы пока еще не знаем. Начинаем вот отсюда. То есть мы говорим, вот этот вот наш следующий старт, он меньше, чем или равен, чем n. Да, окей. Тогда end мы переписываем. Старт остается такой же. Идем сюда. Вот этот вот следующий старт, он меньше, чем end? Нет. Тогда окей, у нас мы фиксируем, что вот мы добавляем в какой-то вот, что мы должны вернуть. Вот сюда вот. Можешь через интервалы, ой, интерфейс решить. Чего? Через интерфейс. Какой? То есть там, как в прошлой лекции, там делаем item A, item A и item B, типа сравниваем. То есть типа первый item у нас это A, то есть A1 должен быть больше или равен B0. Ну, тут на самом деле просто у нас такой, мы либо поймали, что это у нас, вот то, что вы сейчас говорите, это как компаратор делает. И это нужно для того, чтобы сортануть вот этот вот массив интервалов. То есть, если предположить, что он не отсортированный, то да, вот вы сейчас верную тему затронули, то нужно написать race.sort, передать ему интервал и через запятую написать вот эту вот компаратор. Да, чтобы вот был отсортирован массив. Вот. А вот уже определить зону, то тут, в принципе, просто по массивчику идти, по вот этим, и сравнивать там конец предыдущего с началом следующего. Здесь получается... Понятно. Внутренний массив, он будет максимум. Что внутренний массив? Равно двум, да? Про какой говорите внутренний массив? Что-то немножко не понял. Так, ну ладно, давайте начнем. Давайте говорим, что... Так, что мы делаем? Что мы делаем? Мы говорим, что int start равно... Что у нас? Intervals нулевое. Так, интервал нулевое, да? Точка с запятой. Int end. Так, интервал нулевое. Первый. Да, то есть мы вот это у нас получилось начало, вот это конец изначально. Теперь мы говорим for int i равное, уже начинаем с первого элемента,
и говорим I меньше. Thanks. I плюс плюс. Есть, да? Теперь делаем проверку. В итоге у нас совпадает или не совпадает, да? Так, чего нам еще надо сделать? Давайте мы сделаем динамический массив, ArrayList, потому что мы не знаем, сколько у нас в итоге интервалов мы запишем, да? Integer. Какой-то лист равно лист. Так, есть. Так, и мы теперь говорим, если чего если? Если Но... А? Ничего, ничего, сори. Так, вернее, не старт, а если как, ага, а, вот здесь же мы должны были. Вот здесь мы сравниваем старт 0 и end 1, да? Да, давай, да, смотрите. То есть мы говорим, что следующий старт. Это у нас. Что будет? Какие индексы? I плюс один. Ну, вот здесь вот I. А вот здесь вот ноль, да? А next end. Будет i, это в смысле вот эта пара. Начало у нее двойка, конец шестерка, да, то есть i здесь один, да? Вот это первый элемент массива первации. Здесь мы говорим, что начало это ит элемент. Нулевое. Ит элемент первое. Вот, да? А, все понял. Теперь мы определяем, пересекается или не пересекается. То есть, если у нас, ну давайте, как мы сказали, если next end. Меньше. Да. Меньше или равен чему? Next start. Или все-таки end. Вот так, да? Next start меньше. Вот так же, наверное. Вот это у нас next start, а вот это end. То есть, если next start меньше, чем end, то это у нас пересекаешься. Извините, можешь сказать? А да. Разве в int next end там не должен быть i минус 1? Почему? Подождите, next end, ну вот он. Next end, вот он. А то есть это i, это у нас это row? Ну смотрите, или? Вот это начало, это конец. Мы пока еще не знаем, пересекаешься или нет. Вот это мы предполагаем, что ну, вот следующий элемент, вот это начало, вот это конец. Теперь вот это вот мы начали с одного. Вот i у нас тут. А, скажи, я запутался. А next start это что именно? Можешь повторить? Смотрите, вот старт. Вот смотрите.
Старт, вот 0,0 это что? Это вот у нас 1. Вот это у нас 3. Теперь i равно 1. Мы говорим next start это 1, 0. Это вот эта двойка. Это следующий старт. И следующий end это 1, 1. Это вот. Теперь мы говорим, что next start 2. А, если все понятно. Если равно end, да, то пересекаешься. Угу. Понял. Пока норм, да? Получается, разделили нулевые элементы и первые элементы, да? Да, нулевой – это начало, а первый элемент – это конец. Угу. Теперь, если у нас это пересекающийся элемент, то мы можем сказать, что вот end мы перезаписываем, правильно? Теперь эндом у нас будет, значит, шестерка. Но у нас еще какой кейс бывает? Равно. Смотрите, мы рассмотрели, когда у нас, допустим, ну вот, да, вот так. То есть у нас мы рассмотрели кейс вот такой, как бы вот так, ну и вот так, да? Есть, да? А представьте, что у нас сейчас какой-то кейс, скажем, вот такой. Эпс, хотел другой цвет. И вот такой. То есть вот этот, вот здесь, вот, представьте, что вот здесь вот шестерка стоит, а здесь 2, 4. То есть они же пересекаются. Угу. И это что же можно объяснить? Просто у нас второй, он внутри, он как бы лежит внутри. Василий, а тут нам нужно внутри end найти максимум, да, и его поставить. Два же. Че, еще раз скажите на фоне. Не количество элементов 2 получается. Мне кажется, такого случая в данной задаче невозможно, что такое было. Ну, имеется в виду количество элементов внутри массива равно. А, хотя нет. Не-не-не, вот смотрите, у меня получается 1,5. Это вот один кейс, да? А здесь будет 2,3. Да, да. 4. И он лежит внутри. Ну, вот четверку, допустим, уберем. Ну, так. Ну да, даже пусть четверка будет. То есть это вот числа от 1 до 5, а это вот от 2 до 3. То есть нам надо сравнивать и начало, и конец следующего элемента. Да, теперь смотрите, теперь мы говорим, что end у нас будет равно. Как всегда. У нас max. Между end. И. Опс, надо же запятую поставить. И чем? Next end. И next end. Да, все верно. Так, это у нас мы зафиксировали, когда у нас как бы пересекаешься, мы взяли и конец сдвинули туда, куда надо. То есть мы какой из эндов больше? Такой у нас конец и стал. Иначе. Если у нас не пересекается, то вот то, что мы вот проверили, мы должны записать в наш лист. Да, то есть мы говорим, что лист .add. И что мы сюда положим? Интовый массив. Интервал. Равно. Опс. Что мне в итоге? Что там?
старт, да? Старт, запятая, end. То есть мы сюда передаем вот эту вот штуку, добавили. Да? Если, ну вот если, вот если мы встретили, который уже не пересекаешься, то предыдущий, который был валидный, мы его записали. И теперь говорим, что вот этот старт равно next. Start и end равно next end. Угу. Есть? Теперь смотрите, мы его ведем, да? То есть раз, два, пересеклись, да? То есть мы себе записали, что здесь у нас стало 1, 6, да? Ну вот здесь вот выбрали из того, чего нужно. 6 вывело, 1, 6. Теперь стало 8, 10. Они у нас мы проверяем, где, то есть зашли. Next. Старт 8, он меньше, чем или равен, чем шестерка? Нет. То есть вот это условие не выполнилось. Мы что делаем? Мы говорим, что текущий интервал, который пересекался, это 1.6. Мы его сюда вот собрали, записали. И говорим, что следующий интервал, который мы будем проверять, это вот стал 8.10. Тыкс, пошли сюда. У нас старт end теперь 8.10. Да, вот здесь вот записалось. А вот эти следующие 15.18. Теперь мы проверяем 15.18. Совпадают? Нет, не совпадают. Мы записали сюда. Опс. Вот этот вот то, что было, 8.10. Записали. И. И запомнили, да? Теперь говорим, что 8.15 следующий. И все. И у нас на этом раз-два расчет окончен. И получается, дальше мы уже до последнего дошли. Все, дальше нам сравнивать не с кем. Вот этот вот интервал оказался неучтенный, да? В чем делаем, чтобы учесть его? Берем вот эти строчки и после цикла добиваем. Да? То есть вот этот текущий интервал мы же перезаписали, да, и добавили вот в наш результирующий массив. Так, теперь что мы? Теперь мы создаем какой-то интовый, так, интовый двумерный массив, который говорим result, res, да, который будет равно new int, который будет длиной. А какой длиной? List.size. Василия, это в цикле нужно писать или за цикл? А, да, верное замечание. Вот это я уже просто, да, вот это все надо писать за цикл. Все, спасибо. Так, мне вот эта лишняя строчка не нравится. Вот так. Это уже все верно вы подметили. Это была ошибка прям, что это за цикл. Верно. То есть мы в цикле пробежались,
Теперь за циклом мы добавили, и за циклом мы как бы делаем уже себе результат, да? Там и так, и вот здесь вот два. Да? Это понятно, то, что написал? Да. Вот это, да? Да, понятно. Все, окей. Ну, теперь самое простое. Корик. Интай равно от нуля до i меньше лист точка сайз. I плюс плюс. Так, что мы, получается, делаем? Мы берем и говорим res ita равно list. Так, вот здесь вот что мы здесь? Мы здесь неправильно написали. Мы здесь говорить будем, что мы сюда будем класть вот так. List get i. Да, Саня. А можете, пожалуйста, еще раз десятую строчку объяснить? Туда заново смотрю, десятая еще раз. Ага. Если можно. Что мы здесь делаем? Мы делаем как бы конец, мы заменяем конец той цифры, которая у нас была, на максимальность того, что вот новый. Ну, мы вот, здесь, да, вся идея запоминать, где у нас начало, где конец. То есть мы сначала сказали, у нас 1, 3. Потом мы нашли, что у нас пересекается, значит, теперь у нас интервал должен будет стать 1, 6, да? И то есть было 3, а надо перезаписать на 6. То есть, кто больше, то значение берем. То есть, если, допустим, было здесь 1,7, то 1,7, он же включает в себя 2,6, то мы говорим 1, он и есть 1, а вот конец давай мы выберем 7, потому что он стоит правее. Теперь у нас будет интервал 1,7. Потом мы сюда пришли. Ага, теперь у нас все, вот этот интервал мы сюда скинули. Все, вот здесь мы добавили. И говорим, теперь мы будем проверять 8-10. Ага, 8-10, окей. Все. Теперь заходим. Здесь у нас здесь ничего не получилось. То есть у нас не пересеклось с 8-15. Значит, ну, значит, как есть. Не пересеклось, значит, мы берем и добавляем его в непи, ну вот в этот в наш лист не этих интервалов. То есть один интервал у нас 1,6, второй интервал у нас 8,10. Пошли заново. Кажется. Здесь перезаписали, потом шагнули сюда опять и вот таким образом прошагали. И осталось здесь, что у нас делает return. Что return? Return res. Ну, если честно, я очень сомневаюсь, что сейчас заработает. Точка, запятая, забыли. Так, это раз. Теперь смотрите, на седьмой строку он не ругается. Что там? Так, я же здесь я не записал. Вообще не понимаю, ты что пишешь? Так, что там еще? Так, на восьмой строке я поправил. На девятой строке.
А, на восьмого он еще что-то expected точку запятой, ну, сделал. Так, ладно, давай еще раз. Ну-ка, ахалай, махалай. Ты-динс. Ну, типа заехал, да? Ну, ладно, если повезет. Потому что бу-бум. А, вот видите. Видите, что получилось? То есть надо сортировать. Если было отсортировано, все бы получилось. Да? А тут можно просто сорт array сделать или нет? Да, да. Только весь вопрос как? Каким образом сортировщик поймет, как сортировать. Для этого... Идет всегда помните, только по числам, да? Да, ну, по числам почему-нибудь. Помните, Азрет там вот еще вы про этот, про item спрашивали? Он mm-hmm. компаратор туда лепил. И вот что я вам обещал? Что мы подгуглим. Java я тоже не совсем знаю. И напишем. Так. А что, если мы просто по первым числам отсортируем? По этим стартам? Просто так подумаю. Ну там все же компаратор должны же использовать, если по первым числам хотим сортировать. Василий, у вас звук отключился. Ага. И смотрим. То есть вот ни одних, не у одних у нас такая заморочка. То есть сортануть надо два, ну, вот двумерный массив. Видите, тут вот такую штуку пишут. Какая-то некрасивая. Смотрим дальше. О, видели что? То есть вот здесь мы указали. Конкретный вот, вот он. Вот это вот лямбда, которая это вот есть компаратор. То есть вот это вот то, что вот здесь вот так написано. То есть они создают объект компаратор, который вот вместо item, помните, я говорил, надо было написать int массив. И вот так он реализуется. То есть вот этот вот компаратор, он содержит в себе интовый метод compare, который сравнивает два числа. Да, и вот так вот return. Коротко, это записывается с помощью lambda expression. Это такая фишка в Java уже есть. Вот так. Мы для своей задачки возьмем и вот так вот это дело попользуем. Вот так вот раз, ставили. Так, что, подождите. Ой. Мне даже нет, мне это не нравится. Там же другое. Вот так. Вот так. Вот так. Вот это вообще красота. Так. Two things. Только вместо my arrays мы возьмем вот сюда. Вот так. И все. То есть вот это вот выражение AB стрелочка. Оно говорит, что вот здесь написана функция, которая возвращает вот такой вот результат. То есть, если там а меньше b, то вернет минус. А нулевое, b нулевое. Если там а больше b, ну вот он за счет этого и развернет. Да? Все, то есть мы сортируем интервал по вот такому правилу. И нашлось это все вот здесь вот так красиво. Вот.
Поэтому programming it's art of googling. Запускаем. Things. Что там? Заехал? Заехал. Сабмитим. Так, что опять? 1.4. Expected. Так. А я понял, что к чему. Кто скажет, что не так сделал? Скобок не хватает. Ну что, надо сначала сортировать, а потом все остальное делать. Я так думаю. То есть я вот здесь, у меня 1.4, я присвоил старт, а потом сортанул, а ему уже все равно. То есть я сначала сортануть должен и стартом, чтобы стали вот эти. Ну-ка теперь. Тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг. Ой-е. Зашло. Нормальная так. Такая задача. Да. Я с ней тоже разбирался так. Василий, это... можете, да. Можете, если не сложно, быстренько пересказать код? Я просто можете пересказать его быстренько? Ну да. Вам все заново или у вас есть конкретные вопросы? Можете заново так, сначала так начать. Окей, давайте. То есть вот эту строку поняли, да? Вот тот кейс, который нас обломал на сабмите, это вот здесь. То есть поменяли местами, несортированный массив нам всю малину перепортил. Теперь что мы делаем? Мы отсортировали массив, у нас получается вот такая красота. Мы принимаем, что у нас вот пока не пересекаешься интервал 1.3. То есть мы говорим, так, старт этого интервала – это вот нулевой элемент, конец – это первый элемент нулевого этого. Ну, поняли, да, о чем я? То есть если вот что такое матрица, да, или двумерный массив? Это массив массивов. То есть старт мы принимаем нулевой элемент нулевого массива. End – это первый элемент нулевого массива. Да, это вот это старт, вот это end. Теперь мы берем, запускаем форик, уже начиная с единицы. И говорим, что следующий старт и следующий end – это вот 2.6. Это как бы такие временные переменные для сравнения, для того, чтобы определить в итоге натуральный, который вот настоящий предел. Теперь мы говорим, вот здесь вот мы определяем, вот здесь вот у нас пересекаешься или нет, если next start у нас вот эта двойка, она меньше или равно, чем end? Двойка меньше, чем тройка? Да. Значит, теперь вот этот вот end, который вот здесь вот был, смотрите, 1, вот здесь вот 3. Теперь мы говорим, что вот этот конец, это будет максимум между тройкой и шестеркой. Максимум что между тройкой и шестеркой? Ребята. Шестерка. Шестерка. Мне важно слышать, что вы это, что вы живые. Потому что, чтобы я понимал. Так, теперь мы говорим, вот, ага, теперь у нас, вот мы нашли, что у нас теперь 1 и 6. Вот он, как бы интервал, который вот смерджили. Вот так. Так, теперь идем дальше. Здесь становится равно 2, да? То есть мы вот отработали, теперь 2. Next start у нас... Вот здесь вот стал 8, next end 10. Давайте теперь проверяем. 8 меньше, чем 6? Нет, да?
Вот это выполняется или нет? Не выполняется. Не выполняется. Значит, идем сюда. Значит, текущий интервал, который мы запишем, это вот start-end. Start-end у нас равно 1,6. Вот наш result, который, да, мы говорим, что здесь будет первый интервал, это 1,6. Вот так, да? Так, окей. Мы его записали. Вот я только что записал. И теперь мы говорим, теперь у нас старт будет next start, end будет next end. Это значит, что вот здесь вот будет. А теперь 2,6 там будет, да? Start end. Нет, вот next start чему сейчас равен? 2,6. 8 и 10. 2,6 же мы смержили. Мы же смержили. Мы вот здесь вот их слепили. А, все. Ладно. Так, теперь вот 8, 10. Мы их вот здесь вот перезаписали. Да, идем вот сюда. Стало равно 3. А, вот теперь 0, 1, 2, вот 3. Стало равно 3. Теперь next start чему равен? Вот это третий. А? Next start чему равен? 15. 15, верно. А next end? 18. Теперь мы сюда идем, проверяем. Так, next start это 15, end у нас 10. Чё? Не подходит. Не подходит, да? Так, да, end у нас 10, он не больше, чем 15. Все, не подходит. Теперь мы говорим, что текущий интервал у нас start, end. Это чё? Сюда записываем. 8 и 10. Верно. Сюда записываем 8 и 10. Так. Идем сюда. У нас 1, 2, 3. Расчет окончен. Все. Больше как бы нету. Но цикл дальше не идет. Мы вышли. Теперь мы говорим. Же вот эту вот записали, вот эти цифры, да? Но дальше мы их никак не проверили. Мы вот здесь их перезаписали. Теперь у нас, смотрите, мы вот, да, блин. Вот мы здесь записали в наши 8-10, и вот здесь перезаписали. Теперь у нас старт это равно 15, да? А end равно 18. И мы раз уже дальше, все, цикл кончился, не идем. Теперь что мы делаем? Мы же вот это вот последнее, то, что есть, вот это вот, это что же интервал? Мы их добавить должны. И мы после цикла берем и выполняем вот такую штуку. То есть то, что вот у нас последнее записалось, мы просто добавляем сюда. Мы говорим, что здесь будет 15 и 18. Так. Ну и здесь уже понятно, вот этот форик, он просто переписывает вот array list, вот этот вот лист, в массив. Массив создаем размером длиной, как array list, и внутренние вот эти вот массивчики размером 2. Все, return yes. Хорошо. Понятно? А? Да. Ну, круто. Так, очистить все рисунки. Короче, мы не успели решить задачку. Она относительно
несложная задача 75. Запишите себе, дома решите. Мы сейчас ее разберем. Вы такие обрадуетесь, скажете, ой, да на изи. Смотрите, дан массив NAMS из N объектов, раскрашенных там, покрашенных красный, белый, голубой. Отсортируйте их in place so that the object the same color adjustments. То есть, короче, по цветам разложите, чтобы сначала были там красненькие, потом беленькие, потом синенькие. Вот, of the colors in red, white and blue. По факту что? Надо взять и сортануть вот этот массив. И ретернуть, даже просто отсортировать. Смотрите, смотрим дальше. Constraints. N, да, где у нас N? N – это nums length. N от 1 до 300. Число крайне маленькое. Сортировать можно хоть за n куб. Количество элементов nums it либо 0, либо 1, либо 2. То есть кроме 0, 1 и 2, в принципе, больше ничего не будет. Поэтому хотите insertion sort, хотите collection sort, хотите bucket sort. Каким способом хотите, таким и сортируйте. Единственное, вас тут попросили, чтобы вы решили эту проблему, не используя библиотечную функцию. То есть arrays.sort, пожалуйста, не юзайте. Вот и все. Сори, а при чем тут цвета? Да ни при чем. Просто обозначение цветов. Вам как сюда цвета засунуть? Обозначение, что вот красный – это ноль, белый – это… Окей. Мы можем просто сорт сделать, главное, и все, да? Эти от нуля до двух, и все. Да. Только еще раз. Вот. Если вы сейчас здесь, вот я напишу race.sort, он моментально зайдет. Задачку просто. Реализуйте какой-нибудь метод сортировки. То есть, то, что вы изучили, там реализуйте. То есть не пользуйтесь библиотечной сортировкой. Все понятно. Классно, спасибо. Ага. Так. Вроде все. Так, а вот Ирки Булан это был. Короче, сегодня Ирки Булан – это MVP. Звезда семинара. Да, звезда семинара. Ирки Булан, я просто разложил на лопатке, вообще решение офигенское. Не надо было вот еще бегать. Все. Я вот прям полностью сортировку сделал, он с конца прошелся. И да, если какой-то там прям шикарный. Супер. Да, вот зуб даю, базара нет. Поздравляем, Мирки. Вон, это как на хоккее, есть же самый ценный игрок. Типа такого. Да, абсолютно. Классно! Я не знаю, как вы это выдержали, да, такая? Василий, как вы? Было 25, осталось 17, тут сильнейшие остались. 17 да. С вами, это вот нас осталось тут вообще 15. И мы еще живы. Да. Просто тема интересна, можно оставаться на 3 часа. Нет, 3 – это тяжело для всех. Я сидел там на алгоритмах, это мозг взрывается, там уже вот тебе говорят, и ты такой… Мозг взрывается, но так интересно. Да, интересно. Окей. Ладно, ребят, всем всего хорошего. Давайте, спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. Если не ужинали, приятного аппетита всем. Да, всем приятного аппетита, всем спокойной ночи. Пока-пока. Доля любит кушать. Спасибо. Да, видимо.